Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела Кировлеса. В начале февраля суд назначил Навальному и предпринимателю Петру Офицерову условные сроки. Навальному 5 лет, Офицерову 4. Адвокаты просят отменить приговоры и прекратить уголовное преследование, так как не видят в материалах дела состава и события преступления. В день оглашения вердикта Навальный отмечал в своем твиттере, что судья дословно зачитывает прежний приговор, буквально до запятой, подчеркивал оппозиционный политик.